Иранский самолет с гуманитарной помощью приземлился в аэропорту Кундуза на севере Афганистана во вторник. Власти Ирана заявили, что груз гуманитарной помощи удовлетворит потребности жертв атаки террористической группировки «Даиш» или ИГИЛ на шиитскую мечеть в городке Ханабад провинции Кундуз. Помощь включает медикаменты и продукты питания. This comes following remarks by the leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei, to help our Afghan brothers. This aid, God willing, will continue. This batch of aid is being distributed among the families of the victims of the Daesh attack. Официальные лица Талибана в Кундузе высоко оценили гуманитарный шаг иранского народа и правительства и пообещали передать помощь семьям раненых и пострадавших в теракте Даиш. We thank the Islamic Republic of Iran for supporting our people in the darkest days and helping those who were injured in the recent Daesh terrorist attack. The catastrophic crime is under investigation, and our intelligence forces are trying to bring the perpetrators to justice. По сообщению иранских информационных агентств, многие люди, которые были серьезно ранены в результате взрыва шиитской мечети в Кундузе, по просьбе официальных лиц Талибана, переводятся в Иран для более эффективного лечения. Около 100 шиитов погибли и более 150 получили ранения в результате террористического акта, о котором на прошлой неделе заявила группировка Даиш в провинции Кундуз. Атака была осуждена многими странами и организациями. Гуманитарная помощь Ирана поступает в то время, когда по данным мировой продовольственной программы, более 14 миллионов человек в Афганистане страдают от отсутствия продовольственной безопасности. По разным данным, около 50% населения Афганистана пропускает хотя бы один прием пищи в день.